Все-таки, друзья, это произошло. Сегодня у нас открылась лавка здоровой и вкусной еды, которую можно собрать и приготовить своими собственными руками. И все это у нас произошло благодаря Юлии Ануфриевой. Посмотрите, что творится у нас здесь. Что творится? У нас здесь просто совершенно невообразимые штуки. Вот все это Юля сделала сама. Это тот самый чайный гриб, о котором мы говорили в эфире, да? Да, тут у нас чайный гриб. Это рабарба. Да. Вот этот первоцвет нурминукут. Нурминукут. Да. Тут у нас лисички. Какао-орехи. Какао-орехи. Хлеб. Вы печете своими собственными руками. Да, правильно? Хлебушек тут. Свои томаты, да, я вижу. Конечно, да. Вот видите, свои. Друзья, сразу можно обратить внимание на помидор. Вот сразу видно, что это свои. Сладости какие-то, да, приготовили. Клубника. Да, напарница сделала. Крыжовник, черная это. Смородина. Друзья, добро пожаловать к нам в магазин вкусной и здоровой еды имени русского. Пока-пока. Пока-пока.